командир всегда ругает меня. Ты туда бегаешь, сюда бегаешь. Она точно не откладывала. А ребенка надо было спасать. Ребята сначала думали, что я умер. Старшина позвал меня и сказал: «Малыш, — говорит, — ты герой». Кабилов Рахмат. Место рождения – поселок Пайшанба Катакурганского района Самаркандской области Узбекской ССР. Воинское звание – сержант. Должность – стрелок. Командир стрелкового отделения. В рядах рабоче-крестьянской Красной Армии состоит с 1943 года. Я родился в 1925 году в семье крестьян Пайшанбе в Самаркандской области. Отец мой был дихканином. Жили мы бедно. Я с 5 лет помогал отцу в сельском хозяйстве. Жизнь непростая была в селе. Нас у мамы было 2 сыновей. Мы хоть и были детьми, но уже с детства работали в колхозе. 22 июня 1941 года по радио объявили, что началась война. Сегодня в 4 часа утра германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. У нас в домах не было радио, но у нас в селе в Чайхане стоял очень большой радиоприемник. И оттуда как раз объявили о том, что немцы вероломно напали на Советский Союз. Вот так и вышло. У нас великая отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Мой брат в 1939 году ушел в армию. И он оттуда написал, что: «Мама, я скоро вернусь». В то время в армии служили 2 года. И он не вернулся, к сожалению. Он служил на границе. Поэтому, когда немцы напали на Советский Союз, он остался воевать. И не вернулся с войны. Он погиб на фронте в 1942 году. Я, когда об этом узнал, у меня появилось очень сильное желание тоже пойти на войну и воевать. Вечная слава героям, павшим на поле боя, в борьбе за свободу и честь нашей Родины! Меня призвали в армию в 1943 году. В январе нас собрали в парке Катакургана. 3 дня нас там держали. Потом мы сели на поезд, и ночью мы были в Ташкенте. В Ташкенте мы поужинали, и потом зима была, я помню, до Ульяновска мы ехали. Потом ребята рядом всегда шутили: «Почему тебя забрали в армию? Ты еще совсем молодой. И у тебя вообще ничего нет с собой. Ни хлеба, ничего». Так как я молодой самый там был, я всем помогал. На побегушках как бы был. После Ульяновска нас увезли в Меликес. Там проходили мы военную подготовку. Нас учили стрелять. Я был стрелком. И мы приняли там присягу. После этого нас отправили на фронт. Первые наши бои были под Сталинградом. Очень тяжелые там бои были. Очень тяжелые. Сколько людей там погибло? Очень много.
Сталинградская битва – крупнейшее сражение Великой Отечественной войны, закончившееся победой рабоче-крестьянской Красной Армии, проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территориях современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. Сталинградская битва стала одной из самых ожесточенных и кровопролитных в истории человечества. Суммарные безвозвратные потери противоборствующих сторон в этом сражении превысили 1 миллион человек. Сталинград освобожден. Над городом реет красный флаг. Кончилась грандиозная битва, память о которой останется в веках. После Сталинграда мы участвовали в освобождении Харькова. Дошли до Полтавы. В Полтаве меня ранили немцы. Но это легкое ранение было. В левую ногу. Мне оказали там медицинскую помощь в пылевых условиях. Я 20 дней лежал и снова вернулся в строй. Мы форсировали Днепр. Бои слишком большие, тяжелые были в то время. Но мы окружили немцев тогда, и у нас осталось очень много их оружия. Постепенно мы освобождали все города на нашем пути. Форсирование Днепра было произведено сходу, без долгих проволочек. И это невиданно дерзкое дело, наверное, потому и могло осуществиться, что отвечало жгучей потребности каждого. В Кривом Роге мы были. Я услышал голоса под плитами. Я сказал, что я слышу какие-то голоса женщин, детей. Спросил у командования разрешения, можно ли освободить этих женщин. Женщина хотела выйти из дома. Или она хотела выйти, или хотела зайти, не знаю. Но снаряд попал в это время в дом. И она осталась под этой плитой. А ребенок плачет, хочет вытащить ее, но никак не сможет. Я взял этого младенца. И когда только вышли из города, я увидел двоих сестер и отдал им этого ребенка. Они спросили мою фамилию, чтобы на награду написали. Но я не сказал. Не нужно мне ничего. Я должен догонять своих ребят, дойти до них. Видно было, что женщина после падения снаряда, она точно мертва была. А ребенка надо было спасать. В самый разгар криворосских сражений генерал армии Долбухин, двинув 4-й фронт в наступление, к 3 ноября отрезал Крым. В Кривом Роге во время бомбардировки я снова получил ранение. 2 осколка попало мне. Ребята сначала думали, что я умер. Мой друг по имени Хуран, он увидел меня. Он услышал стоны мои. Ранение сильное было. И он поэтому думал, что я умер. Но потом он увидел, что я жив, что я дышу, и отвез меня в медсанчасть. В том бою я действительно был на волоске от гибели. Когда я пришел в себя, я в госпитале уже был, в городе Кременчуг. Только я мог лежать только на одном боку. Перебинтовали меня всего. Всю зиму я провел в том госпитале и потом догонял свою часть. Уже в строю был. Это был уже 44-й год. В эти дни было тихо.
Наступило время недолгого солдатского отдыха. После освобождения города всегда нам давали отдохнуть 2-3 дня. Во время одного такого отдыха старшина говорит мне, сказал, что мне поздравительное письмо пришло от начальства. Я всегда носил эти письма передовым группам и тем, которые сзади служат. Всегда я эти письма доносил. В городе Кировоград опять снаряд возле нас уже третий раз упал. Мне попало в правую руку и плечо. Снова я попал в госпиталь. Здоровые, полные силы и бодрости, уходят бойцы из ГЛР на фронт. Вперед! Снова на борьбу с фашистскими захватчиками для освобождения советской Родины! Потом я воевал на втором украинском фронте. Меня перевели в Польшу. В артиллерийском полку. Оказывается, артиллерийский полк один оказался в засаде, и мы догоняли их 3 дня по ночам. Догнали и с утра начали атаку. Артиллерийский полк мы освободили, и вместе с ними мы доехали до реки Висла. Это была непростая операция. Отсюда с Вислы намечался удар на Варшаву и дальше через Польшу к сердцу Германии, Берлину. После реки Висла, 40 километров пройдя, армия остановилась и держала оборону. Мы выкопали окопы, траншею, готовились к бою. Командир всегда меня ругает. «Ты туда бегаешь, сюда бегаешь, малыш!» Говорит, «меня они малышом всегда звали». Ночью, 3 часа ночи где-то, меня вызвали к телефону. Был рядом латыш один парень. Он жил в России. Родители его жили в России. Гражданин России. Он говорит, «не иди тут, потому что снайперы там стреляют». «Да». Открытая местность там. У меня есть приказ, я говорю. А он говорит, не иди. А если я не иду, меня стрелять будут. Как только зашевелишься, снайпер стреляет сразу же точным ударом, выстрелом. Наши ребята еще не знают, откуда стреляют. Я выскочил из окопа и 20-30 метров пробежал, после этого лежал. Потом вот так 2-3 раза. В третий раз меня снайпер догнал. И снова меня ранили в ноги. Весь день я лежал на поле боя. И ночью ребята пришли, меня забрали. Это было на границе Польши. 5 января 45 года я вернулся в строй. И свою часть нашел. Товарищи меня тепло очень встретили и сказали, что ты уже коммунист. Я им сказал, что я неграмотный, у меня еще нет партийного билета. А они сказали, не нужна грамота, ты героически сражаешься. Поэтому партбилет сразу дали мне. И в карман положили. В бой уходили с партийным билетом вверх. Для фронтовика первой рекомендацией в партии была его воинская удобность. Наш полк сперва был 42-м полком. Потом 46-м стал. Пришел новый командир полка. Это был 46-й
краснознаменный гвардейский мотомеханизированный полк. После того, как я стал коммунистом, мне дали 7 ребят. Я был старшим. 12 января 45 года снова начались военные действия. Из Москвы Левитан объявил приказ Сталина: «Дорогие солдаты, теперь ни одной остановки нет. В короткие сроки мы должны закончить войну и должны победить». Вот после этого началось наше движение. И мы, не останавливаясь, мы освободили в Польше город Алава. Там очень сильный бой был. После этого старшина позвал меня и сказал: «Малыш, — говорит, — ты герой». Я говорю: «За что?» «Вот приказ командира полка, и орден Красного Знамени дали мне». Из приказа о награждении 24 января 1945 года товарищ Кабилов, переправившись в числе первых через реку Одер, пошел в атаку на сопротивляющегося противника впереди своего подразделения. Своим примером и личной отвагой вдохновил на подвиги бойцов отделения. При выходе из строя командира отделения командиром стал Кабилов. Его отделение одним из первых ворвалось в деревню Линден и не покидало своих позиций, несмотря на атаки численно превосходящих сил противника. За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, достоин награждения орденом Красного Знамени. Командир 42-го гвардейского стрелкового полка, герой Советского Союза, гвардии подполковник Половец. 31 января 1945 года. Во многих боях я хотел сражаться и изо всех сил. Я не боялся. Тебя будут уважать везде, потому что у тебя есть ордена. Ты заслуживаешь. Командиры всегда замечали таких ребят. Когда нам говорили «вперед», я всегда первый вставал. Никогда я не стоял на одном месте. Как только сказали, что за Родину, за Сталина, я вставал и выходил из окопа, бежал в бой. В городе Дрездене была 97-метровая церковь. Было большое сражение в городе Дрездене, и мы благополучно вышли из этого сражения. Немцы ведут сильный минометный огонь по высоте. Большая группа пехотинцев, немцев, начали наступление против нас. Впереди их танки были. Приказ был мне, что нельзя пропускать танк. Перед партией будешь отвечать. Я спросил, что мне делать. Перестрелка большая была. Немцы снова сосредотачиваются для штурма. Убит пулеметчик. Пехоту остановили. Но танки нужно было остановить. Не дойдя до нас 30-20 метров, танк остановился. Я 2 в одну связку сделал. Старшина говорит: «Береги себя». Я подложил эти 2 под этот танк и вернулся в свой окоп. И я начал плакать, потому что я понял, что моя жизнь была на волоске от смерти. Потом, после этого случая, мне хотели дать орден славы 1, но это отменили и дали мне орден Красной Звезды. Красная армия шла вперед и вперед.
Она несла свободу всей Чехословакии. Нас догнали наши ребята из Сибири. Все они были в белой одежде, и даже танки были. Нас всех направили в Чехословакию. Приказ был такой. Вы должны освободить Чехословакию. В одном селе под Прагой танки идут. За танками мы, пехота. Снайпер одним выстрелом убил командира. Но мы освободили Прагу. Помощь не запоздала. Прага спасена. 8 мая мы заняли один мост. Перед американцами мы взяли этот мост, и американцы тоже туда приехали с флагом в руках. И в то время как раз объявили, что мы победили. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Мы все кричали «Ура!». И хотя командир не приказал, мы все из своих винтовок в небо начали стрелять. Всю обойму мы освободили. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот! Девятого мая, на День Победы, я был в Чехословакии. Но потом нас вызвали в Москву участвовать в параде. Из каждой части взяли 5-10 человек минимум. И меня тоже взяли. Мы приехали в Москву за 20 дней до парада. И нас тренировали. Обучали всему, как ходить на параде, что делать. Но моя нога после ранения до конца не зажила и начала опухать. Из-за ноги я не смог участвовать. Дали мне отпуск. Я вернулся домой. Здесь оказалось, мать одна осталась. Я ей сказал, что я не буду оставаться здесь, в своем селе. Она сказала, ты сам знаешь, сыночек мой, я уже пожила свою жизнь, а ты поступай, как знаешь. Я взял немного кишмиш, продал свои часы, купил муки для мамы. В то время все хотели посмотреть на вернувшегося с войны фронтовика. Приходили ко мне домой. Вот такая была моя война. Этот мир очень быстро вращается. Время летит быстро. Вы должны хранить свою родину, как зеницу ока. Дети мои, любите родину. Это ваша родина. Берегите своих родителей. Учитесь. Вот тогда вы будете понимать все, что означает Родина. Уважайте своих начальников, руководителей, учителей. Они напутствовали вам. Вам показали путь, жизненный путь. А про свой путь я вам рассказал.